Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале Майя.ру. Ну что, перемещаюсь помаленьку я из Гуанчжоу в Бангкок, из Китая в Таиланд. Перелет будет короткий, там 2 часа всего с копейками. Сегодня вечером прилечу уже, правда, там главное, чтобы погода не подвела, потому что по прогнозу там непонятно, то ли дождь, то ли будет, то ли солнце. Жарко, конечно, все равно, в любом случае, сейчас там сезон такой. Вот, в Китае была очень насыщенная программа. Во-первых, я посетил завод большой по производству химии. На самом производстве побывал. Видео я обязательно с него размещу. Мне нужно просто время, чтобы там все это сделать. Во-первых, там снимали мы не свои камеры, потому что там не разрешают снимать свои камеры. Все очень жестко. У китайцев вообще все очень жестко со съемками везде. Вот это вообще капец. Вот, поэтому нам предоставить материал. Мы его разместим обязательно. Это будет через пару недель примерно. По маслам тоже. По маслам, к сожалению, мы на фабрике на самой не были, потому что она находится в Шанхае. Это отсюда 7 часов на скоростном поезде ехать. Вот. Но, тем не менее, мы материал тоже получили от них и тоже разместим в описании к этому видео. Будет вернее, ссылочки потом анонс сделаю. Вот. Ну и по автомобилям тоже поговорим, что в Китае, там, на чем они ездят, не ездят. Я уже показал там парочку моментов, хотя на самом деле там все сложнее. И по маслам, которые там продаются везде тоже, про рынок и так далее. Это все будет видео у нас, когда я прилечу, потому что сейчас, ну, к сожалению, тут интернет, Wi-Fi везде в Китае, это просто, ну, беда, вообще просто капец. Вот, ну, в Таиланде, если будет Wi-Fi безлимитный и скоростной, то тогда, может быть, там разместим. В Таиланде тоже просто капец будет насыщенная программа. Не знаю, сможем ли мы там что-нибудь размещать по видео. Ну, в общем, ждите, материал будет интересный. В том числе мы сделаем материалы еще и из Таиланда обязательно по маслам. Я обязательно посещу места, где они продаются, покажу вам, что-то продается и так далее. Поэтому ждите новых выпусков, новых анонсов. Всем пока.